Литературная гавань встретила новый корабль, свежую книгу анапских литераторов. А командует этой флотилией адмирал Владимир Сапрыкин. В книге есть все: яркие персонажи, интересные сюжеты, непременная победа добра над злом. Рассказанные истории поучительны, добры и доходчивы. В чем убедились все присутствующие на встрече, и это главное доказательство того, что книга удалась. Что ей видится на этом берегу в объятиях сна? То ли ласковое лето, то ли добрая весна. Волны катятся к причалу, там, где берег невесок, плачет Ивушка в печали, слезы льются на песок. Презентация проходила в формате живого общения. Выступали не только авторы и составители. Ребята также имели возможность попробовать себя в роли чтецов. Многие задумались и о том, чтобы брать уроки стихосложения у авторов сборника. Также на мероприятии звучали стихи и песни об Анапе. Встреча оставила неизгладимое впечатление еще и потому, что каждый ребенок смог взять автограф у наших современников. В планах литераторов теперь организовать для школьников выставку рисунков и сочинений на тему «Путешествие в страну чудес».